Я рад вас приветствовать на открытии 13-й школы экономического анализа, проводимой Ассоциацией независимых центров экономического анализа. Как обстоят дела с экономикой в период пандемии? На этот вопрос ответит 13-я школа экономического анализа АНЦЭА, которая проходит в Казани. Цель этого проекта – организовать взаимодействие ведущих экспертов-экономистов страны, успешных предпринимателей и студентов ключевых региональных вузов. С 20 по 23 октября эксперты в области экономики прочитают онлайн-лекции на тему «Экономика в условиях пандемии». Сама школа проходит при поддержке фонда президентских грантов. Одним из ее организаторов выступил Институт управления экономикой и финансов Казанского федерального университета. Школа на самом деле представляет собой площадку, на которой ведущие эксперты представляют свое видение экономической политики, различных ее аспектов. Есть презентации представителей бизнеса, а студенты университетов представляют свои работы для проведения соответствующих конкурсов. Лекции можно посмотреть как в онлайн, так и в записи на YouTube-канале «Школа экономического анализа». Трансляции занятий начинаются с 10 утра.